Кайога и с вами Шимики, мы продолжаем брать игру под названием Властелин колец, война на севере. Так, быстренько, я сейчас включаю секундомер, как обычно, и мы с вами отправляемся. Мы остановились на том, что мы, как я понял, пошли в пещеры с гномами. И здесь у нас должна быть жопа. Готовы? Теперь быстрее вперед. Он имеет в виду, мы там раньше там, сломали херню, чтобы у нас открылась стеночка и запустился вот этот адский механизм. Ну, что могло бы еще произойти, точно. Кем он дерется? Все готово, вон стрелы мне повыпадали. И что мы делаем? А что-то я немножечко... Но вниз мне навряд ли пролетать. И здесь тоже мне как бы не спрыгнуть. Там на... Бля, уже малые бегут. О, тихо, я понял. Да, я бегу быстрее. Здесь я бегу туда, куда надо. Ой, я нашел сундук. Значит, частично я прибежал правильно. 517 серебра, это очень неплохо. Да куда я вообще бегу? Пойди, пока что я бегу правильно. Но там в основном мы их сейчас зарежем. Союзников, как я понял, мы уже потеряли. Да, они довольно жизненные, так сказать, враги. Что так, 4? Что так, ладно? О, я думаю, они потом успеют ко мне прибежать, когда на них там какая-то орда нападет. Да, как, ну, как оно обычно происходит, конечно же. О, камни, это хорошо. И свиток я нашел. Это уже второй свиток, который мы с вами находим. Всего, как вы помните, нужно их найти 7. Наплечники. Что у нас за наплечники? Хорошие наплечники, плюс еще ловкость нам поднимают. Это вообще у нас как-то неплохо. Я вот не понимаю, чтобы пройти дальше, соберите отряд. Походу игра, да, видите, задумалась того, что союзники тупые, они не будут идти. Так, это я сразу продаем. Продаем. А. 20. Ну, в принципе... Ладно, оставлю. И мусор вот этот тоже нужно сразу попродавать, потому что мы знаем, что с ним происходит.
Заметьте, что мусор, который стоит продавать, он добавляет сюда. А, карта это тоже не сюда. Карта. Фрагмент карты долг. Урон от огня. Урон от молнии. От огня. Надо, наверное, мне на огонь что-то зачарить. А если покупать, что то есть цены. И вообще ничего. Так, подождите, сразу лук. Посмотреть, может, есть все-таки слотики у меня какие-то. Нету слотиков. Тогда сделаем пока что так. И погнали. Если есть магазин, либо это просто магазин, либо здесь будут какие-то такие сильные враги. Я не знаю, что у меня с микрофоном, я буду проверить так. Одну серию записал, с микрофоном как-то херня. Ребят, не комментируйте видео, потому что все равно я прохожу очень много сразу, залпом. То есть, если я снимаю через ОБС, то это выходит серии 4, если игра, вот, допустим, такая, как эта, да? То есть много деталей, если это аркада или что-то типа того, то меньше выходит. Не... Да ладно. А, не сура, все равно идет, видите? Допустим, такая вот одна игра у меня занимает на 4 серии место, и потом я начинаю рендерить. Рендер мне занимает пускай сутки. За сутки я все отрендериваю. И... О, это уже плохо. Замечу, что он меня зацепил. Я понимаю. А что мне сломалось? Что мне сломалось? Подождите. Да ладно, у меня оружие сломалось. А это уже плоховато, ладно. Надо, наверное... О, я что-то слышал. Вон там. Что? Где? Куда? А, да. Слушайте, можешь? Я думаю, мне нужно все-таки, ребят, вернуться обратно. А, я быстренько телепортнусь в нашу локацию основную. Плевать, если сражаться с ними заново, то есть у меня будет... Ну, ладно, да ладно, не фу. А, даже так. Окей. Понимаю. Я уже не отремонтирую. Я думал, телепортность в город, типа, отремонтирую то, что у меня уже есть. Но вы мне говорят, нет. И, наверное, большинство заметили, что в ОБС и бандиками у меня разные звуки. Было бы прикольно, если бы они падали. Не, на самом деле, довольно много им надо, слушать. И сильных ударов ему надо для того, чтобы... Это либо вот так, на самом деле, да, можно. Главное добить. Это самое главное. Да, печально с оружием вышло, потому что следующее оружие это будет это. Но, ну, блин, ну тут что, понимаете, сразу минимальный и максимальный урон, он стабилизированный. Ладно, не суть. Посмотрим, как выйдет. Понимаете, здесь упасть никуда нельзя. Именно так. Ой, а я упал.
То есть здесь такого вот нет, и это довольно прикольно. Но, с одной стороны, это минус, потому что мне обязательно нужно идти по одной прямой. Можно щит, пожалуйста? О, точно, нужно еще окно закрыть, а то собака начнет гавкать. А, стойте, это же главарь орков, да? А теперь можно и с этим разобраться. У-ху! Монат его разорвал, челик. Так, мне дали перчаточки. Херня, продам. Давайте, в принципе, игра... Я, получается, знаете, прошел половину игры, если так смотреть на самом деле. То есть мне еще осталось половина игры. То есть если сейчас... 12 серий есть? Не, даже меньше, наверное, выйдет. 12 серий уже есть. Еще павшие гномы. Должно быть, мы уже близко. Ну, стоять тут это не узнаешь. Ну да, стоять здесь это не узнаешь. Все, сразу переходим. Не ждем времени. Ненавижу, когда собаки гавкают. Громко. Вот, живей, парень, давай. Нондри. Нондри. Орков слишком много. Нам не выстоять. Может и нет, но попробовать то, то можно. Ну давай, иди сюда, мразь. Правда, Ханзон! Ханзакавай ману! А, это вот это наш кажется. Надо быстрее бежать. Потому что гномик на самом деле очень быстро выпиливается. И главное, нужно смотреть за хп этими гномами. Если я не хочу просрать. На своих-то все равно. Если не упадут, я их подниму. Вот, расскажите мне, что здесь происходит. А это еще гиганты не напали, да, ля. Да, вот у меня ни в чем проблем. Видите, они как делают? Сейчас помогу. Знаете, если каждому помогать. А. А где ты? Алло. И заметьте, что хп у них не восстанавливается, как у нас. И вы думаете, это все? Нет. Тут только первая волна, считайте, была. Самое хорошо, если они вот так становятся.
все, забудьте. Вот эта миссия, на которых я останавливался. Если у меня здесь не будет... Я успею. Не успел, ладно. Ну уйди, тупая женщина! Ну что это, скажите, вот такое? О, не знаю, что его занесло в такое место, но все же я очень рад вас видеть. Мы можем спросить о том же, что вы здесь делаете? Мы пришли, чтобы попустить в ход древнее оружие. Если повезет, мы сможем убить множество орков. Что за оружие? Сами увидите. Но после того, как мы придумаем его как активацию... Ага, и сейчас сюда сбежать еще больше орков. Некогда лысить точка. Давай выпускай его в ход. Мы задержим орков. Да. А я не помню, нет, я помню, мы что-то охраняли, и было два огра здоровых. Пробитый в рог? Это же безумие. Они все сбегут сюда. Но нас предупреждали. Да, вот это оно. О, да. Да, 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 это оно. Скажите, разве это легко? Ладно, с одним, да, я справился. Ну, смотрите, сколько там хп выносят. Чё я не встаю? Давай, быстрее. Вот, понимаете, вот о чем я говорю, вот. Там еще идут. Они с одним не могут справиться. Ну как, ну как? Вот и вся моя. Все, что я могу сделать, понимаете? Я могу просто вторым спамить скиллом. А, ну да. Чисто ты отходишь от тех и минус пол. Get up, friend.
я смог? Прикиньте, я за вот этот вам момент говорил, где огры, я не мог. Аллилуйя. Неужели я пройду эту игру? А видите, в чем херня? Ты спамишь второй скилл, луч, и враги не могут атаковать. Из-за того, что я прокачал пассивку, что у меня быстрее идет перезарядка, я намного быстрее, но часто могу использовать. То есть пока не выйду из тесана, я могу снова использовать ее. Интересно, что там? Может дракон? Но пока что их не оружие, это просто что распадаются камни. Вся гора рушится. Ага, уже немало. Как мы надеялись. Вы знали, что так случится? За этим мы сюда и пришли. Нам нужно было нанести этот удар, чтобы спасти наш город. Я... Мне искренне жаль, что всем вам придется умереть вместе с нами. Поэтому умирать нам пока что не придется. Глядите! Клянусь бородой Дарина! Ей! Я прошел! Не, реально, вот этот момент единственный, который я не мог пройти в детстве. То есть на этом я игру и забросил. Я помню, что были огры. Ну, этот день я забыл не скоро. Я в свое время ненавидел всякого, но вот верхом на орле мне до сих пор. Так. Ну теперь, когда разговаривал с собой попроще, разрешите мне как следует поблагодарить вас за то, что спасли нашу жизнь. И привести так. Владыка Горин, отец Нордин. Наверняка захочет с вами побеседовать. Норди оправдал вперед, должен набегать на Гундабад и расскажет ему обо всем, что вы для нас сделали. Кто таким? Мы благодарим за гостеприимство, но суматные битвы и бедствия как-то не расслышали ваше имя. О, простите меня, старого дурака. Бруни, Сабайна. К вашим услугам и услугам вашей семьи. Я командир стражев Норбандан, верный слуга владыка Горина. Мы будем, так, говорить с Горином? Мы были бы рады поговорить с владыкой Горином. А вот пойдете в те двери, там он и будет. Стражи, так, приказано вас пропустить. А, то есть мы уже в логове. Поздравляю, я первый из людей, которые... Я уверен, что я первый из эльфов ваши под этим сводами. А я первый человек, который сможет теперь немножечко починить оружие, я надеюсь. Обратитесь к Горину. Мне оружие починить надо, у меня все сломано. А, это у меня доспех сломан. Ну, в принципе, да, столько урона. А ну-ка. А, я атаковать не могу. Ну ладно. Государь, вот те, о ком говорили. Позвольте представиться, теперь наша родина, Фарина из Эраборна, а также Андреэль и Эрадар. Это спутники, мы сумели одержать победу, и я выжил. Что рассказать вам? Добро пожаловать, Родич. Вам тут очень рады, и вам, и вашим спутникам. Будьте то человек, эльф или орел. Добро пожаловать в Надбинбан, следовать приближение долгопрочного. Вы верен, так мне сына и старого друга, который я уже оплакал как погибших. За это я вы признателен навеки, и в моих чертовах всегда будут вам рады. Чертовках. А знайте также, что мы, бросая подобными словами, никогда перед бежим не пускают за эти ворота никого, кроме своих родней. Так, никогда еще глаза чужеземца не видели потаенного озера Азан-Зарам. Однако ради благодарности, я с радостью готов нарушить древний обряд. Мы рады, что смогли вам помочь. Свободным народам следует держаться вместе в эти темные времена. Не взяли спросить, как вы очутились в таком месте, как Гунгабар, в эту грустную дыру, по доброй воле никто не сунется. Мы ищем прислужника Мордора, человек по имени Агандаур. Агандар. И это имя нам знакомо. Будь проклят этот чертов. Он появился перед наших вардатами несколько недель тому назад и вызвал нас на переговоры от имени Саурона Великого.
Как он выразился? Что он хотел? Переговоры? И чего же он от вас хотел? Он потребовал, чтобы мы сделали милостью Саурона. Может, подумать, темный властелин знает, что такое милость. Он требует народ близко себе, уверяя, что если мы отдадим свои чертовы и богатства без боя, он пощадит нашей жизни, и мы сможем найти себе новый дом где-нибудь еще. Разумеется, мы его не слышали, не стали. Когда мы добрались, так ему вызов, он разгневался, пригрозил нам огненной погибелью, который погибел наших предков. Почему Нардинбад? Но чего он хотел от Нардинбада? Не хотел бы я вас обидеть, но ваши чертоги весьма далеко от всех прочих обитателей земель. Да нет. Нардинбад обеспечивает нас всем необходимым, но богатством от него славится. Я боюсь, что нам мог совернуть с драконом Ургасом, что обитает в здешних краях. Если он объединится с этим тварью, нам придется против него не выстоять. Надо убить Ургаста. Может быть, разумеется, всего было бы уничтожить дракона, прежде чем Анангард натравит его на вас. Уничтожить Ургаста? Если бы это было так просто. По сравнению с этим, война с Гандувалом покажется прогулкой по берегу озера. Если бы убить дракона было так просто, в здешних горах жили бы куда больше гномов. Ургас никогда прежде не обращался на вас внимания. Мы надеемся, что так будет и дальше. Говорят, что если поблизости от тебя живет дракон, неразумно собравшись его со счетом, нельзя допускать, чтобы Агандар приобрел столь могущественное создание союзника. Решено. Тогда мы же ищем. Да уж, храбрости вам не занимать. Но мы не знаем, где живет этот дракон. Из тех гномов, кто находился в его логове, никто не выжил, чтобы рассказать об этом. Быть может, Радагаст знает эту тайну или может ее раскрыть. Сдается мне, ему известно обо всем здесь. А Радагаст? Кто такой Радагаст? Радагаст Бурай. Он маг, повелитель зверей и птиц. По большей части он держит сам по себе. Но при этом с ним вполне можно иметь дело. Главное, не обнимайте диких созданий, с которыми он живет в темнолесе с юга от юга. Может быть, ваш спутник Белоран знает, где его искать. Говорят, что это Радагаст в дружбе с вами, владыкой орлов. Ох, неохота мне оставаться в темнолесе, но, похоже, с этим магом все же стоит поговорить. Это верно. Это прежде чем мы отправимся в путь, примите, пожалуйста, дар в знак нашей благодарности. Разыщите моего располагателя Галара, я видел его преступника в вашей сокровищнице. Думаю, мы сумеем найти там что-нибудь, что пригодится вам в грядущие дни. Ништяк, можно мне, пожалуйста, починить снаряжение? Так, это здесь, я правильно понял? А, это вы, Дундас следопыт. Не понимаю, из-за чего столько шума. Наверное, вы крепче, чем говорят. Хотели слышать, что вам гном помогает? Купите что-нибудь хотите? У меня тут полно отличных вещей. Нарвалски, давай. Меня прислал Горин. Мне прислал к вам Горин. Он распоряжался, что я готовлюсь с вами и получу дар в знак его выхода. Да, да. Он вроде Гавриэл. По-моему, это чересчур щедро, но то, чтобы я не ценил ваши подвигов. Но, как спрашивается, я должен принуждать ваше богатство, если он раздает направо и налево наши награды от Галарата. Да, давай, что у тебя есть? Давайте сначала свое продадим, ненужный хлам. Хлам продать. Продать. Купить. Что мне нужно? А, ловкость всего лишь одна. На основной ловкостью далеко не уйдешь, как говорится. О, вот это довольно... А, ну это топор. Это воителю. И это воителю. По факту, смотрите, довольно хоро очень. А ну-ка, подождите, я должен свой сначала лук одеть. А, ну. Слушайте, в принципе, я за. Да. Давайте, чтобы я сразу не тупанул, а вдруг что-то здесь очень ценное будет. И закончим серию, в принципе. Я починюсь, все в таком духе. Ай. Это здесь, да? А-а-а.
Ловкость 20 урона. Только ловкость. Штаны на 20 урона. Так, либо штаны, либо рубашка. А, ну это выносливость дается из-за камня. Ой, подожди. Нагрудник, да, мы с вами так посмотрели? Там нормальный. Ну да, в принципе. Требуется 14 выносливости. Хотя я мог взять что-то иное и подороже его продать. На самом деле. Ну, единственное, получается, это мне нужно сейчас быстренько починить. Вы должны быть тот следопыт, про которого столько разговоров вокруг. Слухи о вас разбегаются, как память по бродям. Приятно встречаться с тем, кто наносит врагу столь сокрушительный удар. Чем могу служить? Ну, блин, ну, единственное, что мне нужно, это починить. Логично. И да, мы сразу будем с вами все чинить. Чтобы вы как поняли, оно не ломалось. Хотя я все равно сейчас лук буду продавать. А, давайте, я думаю, на этом закончим. Я продам все быстренько. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.